Добрый вечер, дорогие друзья! Сейчас мы проведем ряд индивидуальных сессий в прямом эфире. Вот. Выше сейчас 23 часа почти, как я обещал, без 5 вернее. Поэтому, в общем, сейчас соберется народ, и мы будем работать. Для тех, кто впервой. Этот формат появился случайно. Это уже третья индивидуальная сессия. Вот в таком формате индивидуальной сессии будет онлайн. И поэтому немного объясню. Мы будем с тобой работать в прямом эфире. Ты можешь постучаться, подключиться к моему прямому эфиру, и мы с тобой поработаем. Там, что нужно для этого? Тебе очень важно, чтобы твой телефон был заряжен, чтобы зарядка была рядом, потому что в прямом эфире бывают садятся телефоны, поэтому телефон, пожалуйста, отследи. Желательно, чтобы были рядом салфетки на всякий случай, и там пакетик, который маечка, куда будешь плеваться просто и все, если вдруг. Потому что бывает по-разному. Вот. Не обещаю, что прям этот, если будет доверие с твоей стороны, то мы с собой проработаем, и практически без никакой разницы не будет между, если был бы контакт такой визуальный, и если бы его, ну, то есть такого не было. Вот. Поэтому, как кто там решится, подключайтесь, подсоединяйтесь, будем работать. Этот эфир я выложу потом в YouTube. Прошлые сессии я выложил в YouTube, всего 3 видео было, получилось час, шел потом 30 минут и 20, по-моему, что-то такое. Вот. Выложил в YouTube, и в YouTube, в общем, есть отзывы, люди смотрят, и получился формат очень интересный, поэтому по просьбам ютуберов и по просьбам Инстаграма, потому что в Инстаграме тоже были люди, которые хотели, чтобы с ними поработали, в общем, по вашим просьбам, дорогие подписчики, вышел сейчас опять в прямой эфир, чтобы поработать с кем-нибудь из вас. Поэтому стучитесь, кто готов. Давайте мы с вами поработаем. Если есть конкретно какие-то вопросы или запросы, тоже можете проговорить. Мы можем просто поговорить, можем подышать. В общем, как получится, так и поработаем с тобой. Вот. Вроде объяснил все. Привет, привет. Подключайтесь, подсоединяйтесь, формат очень интересный, привет. Ну, во всяком случае, мне так показалось, что он очень интересный, и было много откликов, на самом деле. Привет, привет. Дорогие друзья, всем привет. Привет. Какого рода вопроса? Любого, то, что тебя волнует. То есть, если есть вопросы, которые тебя волнуют, можем с собой поработать. Желаю кому-то подключиться к хорошей проработке. Супер. Как вы? Я хорошо, вы как? Доброй ночи, уже как 3 месяца слежу за вашими постами, видео в Ютубе, просто вдохновляюсь от ваших слов. Большое спасибо, я стучусь. Так, Айнура, ты же была, да? Ну, давай посмотрим, что у тебя. Стучись. Получается? Ну, а я к тебе сейчас зайду. Да? Что-то сегодня народ нерешительный. Или подвисает Инстаграм, я не знаю. Сейчас посмотрим. Но у меня вроде этот Анжелина, я тебе тоже туда отправил, ты что-то не подтверждаешь, наверное, где-то сбои в сети, скорее всего. А вот, как вышло. Привет. Hello, everybody. Как дела? Супер. Ощущение супер. Я так себя здорово чувствую. Классно. Может быть, сегодня еще какой-нибудь вопрос разберем? Я, честно говоря, я не знаю, если есть, но задавай, давай посмотрим, поработаем, не знаю. Если да, ты готова... Ага. Да, готова. Я просто хомячила, все время ем. Угу. А можно пару минут я расскажу о том, как я начала немножечко меняться после сессии? Давай, мне очень интересно тоже. Чувствую что-то новое, приятное, спокойное ощущение внутри себя. Нет никакой, нет претензий вообще к чему-либо. Такое приятие идет, обширное во всех смыслах. Ну и были какие-то такие, можно так сказать, отношения не очень понятные. С новым партнером. И все разрешилось. И я прям как словно занавес открылся, и стало все очевидным, все стало на свои места. И я рада, что я определилась. И я поняла, что к чему. И словно какое-то бремя с меня сошло. Как камень с души упал. Да. Потом были несколько хороших сделок. Баблишка привалила, которого я не ждала, не ожидала. Здорово. Это да. И я это все связываю с этой сессией, потому что я начала чувствовать себя лучше. Здорово. А сейчас я бы хотела бы... такой есть вопрос. Хочу повысить уровень нормы, финансовый уровень нормы. Я хочу что-то замутить такое масштабное. Угу. Давай так, ты можешь в деньгах разговаривать, да? Ну, прилюдно еще? Ты можешь озвучивать? Прилюдно с тобой можно? Ты свои доходы можешь озвучить? Максимальный? Да, конечно. Уровень... Сколько проблем. Ты зарабатывала максимально за месяц? За месяц доход всегда идет плавающий, в зависимости, насколько... я продуктивна, насколько я активничаю. Максимум, что ты зарабатывала за месяц? За месяц 450, где-то так, до 500 тысяч. До 500. Угу. Это вот какой-то такой порог, через который я не могу перепрыгнуть. 500 на 300. Это где-то 1500, да, примерно, плюс-минус? Еще раз. Это $1500 примерно, 1300, полторы, в зависимости от курса. В месяц. В долларах я не особо ориентируюсь. Угу. Там просто почему доллары? Доллары более-менее всем понятно, все на свой курс будут переводить и будет, ну, ясно, потому что у нас не только в Казахстане. В общем, смотрите, предел дохода упирается в $1500, я так понимаю, в среднем. Это... Для того, чтобы повысить уровень нормы, очень важно, смотри, человек зарабатывает, допустим, вот ты сейчас зарабатываешь, там, допустим, 1500, да? То есть больше ты не можешь. Ты идешь, и в 1,5 уперлась, больше не зарабатываешь. Ты можешь меньше... Да, если вдруг появляется возможность выше, а оно сразу же сливается, у меня сразу найдется какая-то там, я не знаю, какой-то такой расход, куда нужно непосредственно сразу же вложить. Либо начинаются проблемки со здоровьем, что обязательно мне придется туда потратиться. Либо, я не знаю, увижу какую-то такую вещь, безделушку, я не знаю, которая меня сведет с ума, и мне нужно будет ее купить. И, то есть сливается сразу же, я это ощущаю. Смотри, вот 1500 ты упираешься, да? И... Когда ты начинаешь, обычный человек, который зарабатывал, допустим, там определенную сумму. У каждого своя, да? И поэтому те, кто смотрит эфир, вы перекладываете на свои доходы. У кого-то это 1500, у кого-то это там, 10 000 долларов, у кого-то это 300 долларов. Зарплаты, доходы совершенно разные, они разные. Но у каждого человека, кто зарабатывает свою какую-то сумму, это его зона комфорта. То есть 1500 долларов для тебя это зона комфорта, которую ты не можешь преодолеть. Обычно люди, которые начинают зарабатывать больше, допустим, в 2 раза, не 1500, а ты, допустим, заработала 3000 долларов, то вот эти 1500 всегда что-то случается. Ты их сливаешь родителям, брату, тете, дяде, соседу, ты бьешь машину, ты топишь соседей, тебя топят соседи. То есть случается какая-то хрень для того, чтобы ты от этих денег избавилась. Это твоя зона комфорта, из которой ты не можешь выпрыгнуть. Для того, чтобы тебе выпрыгнуть из зоны комфорта, чтобы тебе стало некомфортно. Это очень болезненно преодолевается, и здесь уже чуть психологии. Еще раз повторюсь, в этом нету никакой рациональности. В том задании, которое я тебе дам, ты можешь его сделать только на собственном усмотрении или просто на доверии. Да? Человек заработал больше, и он сливает эти деньги всегда, если это не в его понимании. Или появится человек, который займет, то он тебе скажет: займи, пожалуйста, мне надо, ты отдашь, он тебе никогда не отдаст деньги. Потому что ты к этим деньгам не готов. Для того, чтобы сместить вот эту точку нуля или уровень нормы, да, тебе нужно взять вот эти свои 1500, заработаешь, и пойти себе то, что ты себе не позволяла. Откуда вот этот уровень нормы берется? У тебя в голове, допустим, когда-то ты стояла на остановке, допустим, было холодно, мерзло там, да, и проезжает дорогая машина, ты думаешь, там ездят боги. Вот теперь дорогая машина тебе в твою голову, значит, не входит, создается нейронная связь, что это не для тебя. От этой машины создаются еще 5 нейронных связей, где нельзя туфли, сапоги, шуба, бриллианты там, и так далее. И от каждой вот этой связи еще создается 5. И получается, что у тебя такая перед тобой стена из того, что не дозволено тебе, а дозволено каким-то тем людям третьим, которые богаче и лучше, чем ты. И ты просто не можешь заработать этих денег и позволить какие-то штуки себе. Теперь смотри, ты не можешь из доходов 1500, допустим, ты зарабатываешь, да, и хочешь зарабатывать, допустим, 10 000 долларов. Ты не можешь их понять даже, в каком они состоянии ходят, те люди. Чтобы тебе как-то приблизиться, тебе нужен какой-то маленький артефакт с их мира взять себе и купить, и позволить себе это. Чтобы было понятнее всем, в каких категориях это должна быть какая-то вещь, которая таких денег в твоем понимании не стоит. Когда ты скажешь: блядь, это дорого, да? Это может быть сотовый телефон для кого-то. Если ты ходишь там с фонариком до сих пор, там, допустим, да, я тебе образно говорю, и тебе кажется, что на телефон столько денег нельзя тратить. Возьми вот эти 1500 и купи, сука, этот телефон, последний вот этот X-Max iPhone, и умри там с ним. Смотрите, тебе должно стать плохо от тех денег, которые ты потратила. Это может быть нижнее белье, допустим, трусы за 300 долларов, и тоже ты умрешь. Их сразу охота повесить, пару фонарей подставить, там, подсветку и под стекло желательно, и не трогать. Но эти вещи, которые ты купишь, ты должна их потом будешь носить. Те же трусы, телефон, я не знаю, там, туфли, может, ты себе не позволяешь. Да? Потому что есть люди, которые тратят на все, но не тратят на что-то. Там, туфли, поездки, там, ну, это надо каждого ковырять. Я не знаю, как ты живешь, я не знаю, на что ты себе жалеешь. Я очень сильный жмот, я конкретный жмот, я такая рационалистка, у меня все должно быть рационально, это должно, если я трачу, мне нужно, чтобы это 10 раз больше на меня работало, чем я вложила. Если я что-то вкладываю, это я 100% должна оттуда окупиться, у меня каждый шаг просчитанный и продуманный. Вот это, если ты эту покупку ты купишь, она у тебя окупится в первые 2 недели. Если не начнешь тупить. Если не начну тупить? Да. Короче, смотри. Что такого ты себе хотела купить, но не покупала? Этот момент вот я давно уже... Что у тебя такого в голове, что вот ты думаешь, вот это, бля, как они так дорого покупают, почему? Это же столько не стоит, зачем вы столько денег тратите? На что у тебя такой диалог в голове возникает? Сейчас я смотрю, я хотела бы новый автомобиль, но я считаю, что это нерационально. Подожди, автомобиль, я не знаю, доходов в $1500, ты там себе автомобиль можешь хорошо позволить. Вот, и я считаю, что нужно взять какую-нибудь такую машинку маленькую, эконом-класса такую, которая, чтобы просто ездила. Нет, Айнур, смотри. Это должно быть, прям вот американцы говорят, too much, да? Это должно быть, бля, и в голову не должно входить. На чем ты жопишься? На себе. Вот что ты себе такого не покупаешь? Допустим, туфли ты можешь себе дорогие купить? Или платье? На что ты тратишь деньги, на что ты не тратишь? На что я не трачу? Я даже сейчас конкретно не могу сказать. У тебя трусы за $300 есть? За 300 нет, но я всегда считаю, что белье, обувь должны быть хорошего качества. Если брать одежду, то она должна быть в первую очередь качественной. Качественной, дорогой, ладно, но ее должно быть не так много, но она должна быть качественной, хорошего качества. Обувь это вообще вот прям... Ну, никогда бы не пожалела бы на обувь, так как у меня проблемные ножки, у меня большой размер ноги, и поэтому мне нужно, чтобы они были в комфорте. И есть такая у меня принцип, относящийся к одежде, что мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи. То есть я лучше покуплю дорогую, но она мне прослужит гораздо дольше, чем я буду брать много дешевых и разнообразных. Украшение самое дорогое, которое на тебе бывает. К вещам тоже я отношусь, наверное, может быть, это... Нет, подожди, если исходя из... Образ убирай. Подожди, останови сейчас. Образ убери. Имидж мне твой не нужен. Самое дорогое украшение, которое у тебя есть. Кольцо, серьги. Это... Сколько стоит? Это совсем простое. Это простое серебро. Подожди, остановись. Я тебя не спрашиваю, простое это или непростое. Самое дорогое украшение, которое на тебе. На мне? Не знаю даже. Ну сколько стоят серьги? Кольцо сколько стоит? Серьги простые, 10 тысяч всего лишь стоят. Обыкновенные. Иди себе купить серьги за $1500. И то, потому что... Не оправдывай, сейчас дыши глубже. Иди купи себе серьги за $1500. Ну, мне же нужно желание, чтобы я их носила. Вдох я тебе. У тебя не будет желания. Это да, это не укладывается в моей голове. Я нахожу это нерациональным. Нашли 1500 серьги. Следующий эфир что показала? Поняла? Это я точно, меня там жаба задушит. Хотела выйти из зоны комфорта? Лови. Да? Вот так вот это решается. Вот так. Смотри, у тебя будет чувство вины еще по отношению к своей семье и вообще к окружающим, что ты столько бабла просрала просто. Да, эти деньги восстановишь за... Вот это точная окраска этой ситуации будет. Просрала. Вот иди просри 1500. Смотри, ты когда просрешь 1500 свой доход месячный, да, за один раз, тебя будет тошнить и рвать прям в магазине. Я думаю, так и будет. Тебя будут тошнить и рвать. И ты будешь болеть дня 3, будешь лежать просто в постели, не сможешь голову от кровати поднять, от подушки. Я это сам проходил, я делаю это где-то примерно один раз в 1,5-2 года. Для того, чтобы свой мозг вытащить из зоны комфорта. Это просто жопа, я тебе честно говорю. Это одно из самых сложных заданий, которые вообще бывает. Потому что рвутся нейронные связи, вот эти все, которые ты себе не позволяла. Машину, шубу, там еще что-то. Смотри, чем отличается твоя машина от этих серий? Машину ты себе позволить сейчас не можешь лакшери сегмента. Но серьги лакшери ты себе можешь позволить, понимаешь? И серьги это из того мира, который ты, в твою голову не входит. Ну, понимаешь? Да. Ну да, конечно, я считаю. И когда ты серьги, теперь слушай, когда ты придешь в серьги за $1500 домой и будешь смотреть на мебель, на свою одежду, и когда дороже, чем твои серьги, не будет ничего, ты поймешь, что нужны трусы за $300, шуба за $7000, ты начнешь обрастать. У тебя это начнет входить в твое понимание. Угу. И все. Да. И у тебя сдвинется, у тебя твои хотелки сдвинутся незаметно. Это называется обрыв нейронных связей. Если тебя тошнит, рвет, тебе плохо 3 дня, мы, значит, угадали с покупкой. Если ты купила и получила кайф, значит, мы не угадали. Тебе должно быть от нее плохо. Да. Ну да, да. Я считаю, что ну, вот что на серьги это вообще это такая. Ну, если это некачественный какой-нибудь там дорогой металл, который можно будет потом, я не знаю, использовать. 1,5 тысячи это по-любому золото. Это хоть как золото. Сбыть. 1,5 тысячи это, мне кажется, даже можно выбрать бренд какой-то. Ты можешь даже купить за 1,5 тысячи кольцо в Булгарии. Ну, возьми серьги в Булгарии, какая разница. Это должно быть бренд. Это не должно быть с барахолки. Поняла меня? Мне кажется, более или менее доступно из украшений это будет Булгария. Это должен быть бренд. Угу. Можешь себе записать, если не знаешь. Ну, по-моему, ты знаешь. Да, знаю, но мне кажется, я с ума сойду. Ты заходила в Булгарию? А? Еще раз. Ты в Булгарию заходила? В Булгарию в бутик заходила? Нет. Я считаю, что это нерациональным. Это, я нахожу это пустой тратой средств. Короче, иди завтра в бутик Булгарии и повыбирай себе серьги. Поняла? Когда найдешь, потом напишешь. Обалдеть. Вон Роберто Браво, говорят, купить. Короче, походи по бутикам, по украшениям где, и повыбирай себе, где зайдешь в цену в 1500, купи себе. Если будет чуть дороже, можешь взять. Понятно. Смотри, ты не зарабатываешь больше, потому что тебя все устраивает. Когда ты себе оборвешь вот эти связи все нейроны и поймешь, что 1500 это всего серьги, то ты захочешь заработать больше. Понятно. Я до этого покупала продукт по работе с подсознанием, мастер-кит. Может быть, слышали о таком? Не знаю, но я тебе сейчас скажу. Вот эти все проработки, которые вот там давайте помедитируем, давайте там аффирмации. Да, и я прорабатывала так деньги и не могла понять, почему я не могу достучаться до своей головешки. Теперь смотри, ты можешь медитировать, читать аффирмации, писать письма прощения, но настанет момент, когда нужно будет совершить какое-то действие. Понимаешь? И в этот момент нужен тренер, чтобы он тебя взял за шпарник, отвел в эту Булгарию и купил тебе за 1500 кольцо. Или там серию. Поняла? Чтобы у тебя мозг взорвался кипенем. Я тебе говорю, ты будешь физически чувствовать, как у тебя скрипят вот эти все нейроны. Ты физически ощутишь боль. Ну да. А как я потом буду жить еще на следующий месяц? Я с ума сойду? Это твои проблемы, найдешь где-нибудь. Ты в свою зону комфорта, смотри, у тебя 1500, да? Угу. Это твоя зона комфорта. Ты когда берешь эти 1500 и тратишь на какую-то херню, ты эти 1500 восстановишь очень быстро, сама. Ты всегда вернешься в свою зону комфорта очень легко. Так. Да. В этом и прикол. Из нее надо выйти и потом вернуться. Ты вернешься в свою зону комфорта в полторы. Ты ее очень быстро восстановишь. Угу. И при этом у тебя останется украшение, и при этом ты останешься в своей зоне комфорта, которая тебя перестанет устраивать. Вот это я уже понимаю. Я понимаю, как я буду делать. Я понимаю то, что вы говорите. Смотри. Угу. В этом нет техники. В этом есть только психология. У тебя все риски. Это же будет стресс. Это будет высокий стресс. И у тебя мозг начнет работать в стрессовой ситуации, и ты нагенеришь сама бабла. Это не из той серии «трать больше», там, «ты этого достойна». Это не то. Ты можешь говорить себе, что ты этого достойна, и брать себе, допустим, знаешь, там 1500 и покупать себе там по $100, там 1000, там сколько там хватит, 15 подарков купить маленьких. Но это не сработает. Тебе надо один подарок себе, чтобы ты просто офигела. Да, я поняла. Я поняла. То есть и замечала за собой, что мозги, головешка начинают работать, когда какая-то становится критическая ситуация. Теперь смотри. Ты же себе всегда говоришь, это любой человек так говорит. Я вот заработаю столько денег, куплю себе вот это. Угу. Мы зарабатываем, нам легко их тратить, когда их нет. Раньше я думал, что деньги заработать — это стресс, а тратить — это типа легко. Оказалось наоборот. Потратить деньги — больше стресс, чем их заработать. Понимаешь? И каждый раз, когда ты себя будешь убеждать, допустим, ты... Каждый раз, когда ты будешь заходить... Вот ты подняла свою вот эту норму, да? Каждый раз, когда ты будешь доходить, и тебе... станет вот эта вот сумма, скажем, твоей нормой, там, допустим, $10 000 дохода стала тебе нормой. Ее опять надо рвать. Но следующая покупка должна быть в 10 раз дороже, как минимум. Понимаешь? Второй шаг намного сложнее, чем первый. То есть ты себе сейчас украшение покупаешь за $1500, следующее будет за 15 тысяч. Понимаешь? И тогда это будет работать. Поэтому сделай первый шаг, второй сделаешь тогда, когда созреешь, когда тебя $10 000 перестанет. Это жесть просто. Но не делайте эту покупку в кредит или как-то в долг. Понятно. Поняла. Ты увидишь, как жизнь изменится. Ты очень сильно удивишься. Я сам по себе, смотри, я сам по себе очень прагматичный и трус. Я бы мог расти, наверное, кратно больше, раз в 5, если бы я делал с собой то, что я знаю, что мне нужно делать. Я все равно делаю с собой это аккуратно. И с людьми я делаю тоже это аккуратно. Просто есть люди, которые могут не выдержать больших денег. Деньги давят тоже. Понимаешь? И поэтому я расту медленно из-за этого. Потому что мне кажется, что надо маленькими шажками привыкать. Но есть люди, которые динамичные, они растут там кратно. Вот и как бы основная идея в этом продукте мастер-кит в том, что да, нужно визуализировать тот образ, что да, я позволяю себе заработать там, допустим, $2000, $3000 и принимать эту сумму. И чтобы этот образ укладывался в голове. Я сейчас понимаю, да, это все словесные техники, а сейчас я представляю, ну как я себя потащу в магазин, как я вообще отдам эти деньги. То есть надеюсь. Смотри, вот то, что вы делаете в мастер-ките, там любая визуализация это, да? Вот я хочу, допустим, Анжелину Джоли, да? Я пошел, лег на ночь, повизуализировал сам. Но она ближе не стала, понимаешь? И ничего у нас не было. И я ее, да, я себе ее позволяю, эту Джоли. Но и что толку, где я и где она? И совсем другое дело, когда ты приехал там на ее премьеру, куда-то там как-то пролез, какие-то действия к этому сделал, чтобы хотя бы познакомиться, хотя бы английский язык выучил. Это уже будет ближе. А это все это такое, визуализация, оно такое. Придется когда-то потом все равно шагнуть и сделать действие. И твое будет этот момент, когда ты купишь эти, это будет твой шаг первый к твоему, там, допустим, доходу в 10 тысяч долларов и все. В месяц. Для Казахстана это огромные деньги, я насколько понимаю. Ну да, конечно, если это мой месячный расход. И плюс, почему он такой складывается, потому что я рациональная. И у меня нет бессмысленных трат. У меня нет каких-то ненужных вещей. Все, что если я беру, я этим пользуюсь всегда. В быту, либо то, что приносит мне удовольствие. Все оно качественное и продуманное. А серьги, это же хрень какая-то. Вот. Ну, как можно 1500 на серьги потратить? Вот это, видишь, это купи. Мы, короче, нашли твой триггер. Это твои серьги. Мастеркит, я вообще мастеркиту, вот этой Трутневой, я очень сильно благодарен за то, что она расширила вот этот рынок, увеличила. И за то, что люди сами себе начинают ковыряться и докапывать свои проблемы. Да. Но чтобы получить какой-то результат, в любом случае нужен тренер и человек, который скажет тебе со стороны, сделай вот это. Потому что своей подруге ты можешь то же самое посоветовать, то, что я тебе сказал. Угу. Ты в ней можешь увидеть, себе не увидишь. Понимаешь? Поэтому просто то, что говорю, просто сделай и все. Ты увидишь, насколько будет. Вот это качество твоей жизни очень поднимется. Я очень часто это делал с людьми уже, и с собой делал. Это очень круто работает, поэтому оно просто сделай. Да, будем. Но я просто сделай. Это... Мне еще нужно переживать эту все-таки мысль, потому что она прям вообще не клеится ко мне. Вообще не клеится. Просто не затягивай. Не затягивай. Вот это состояние неопределенности очень плохое оно. Почему? Потому что ты сейчас будешь метаться между сделать или не сделать, твои доходы начнут падать от этого. Понимаешь? Угу. Если ты будешь это тянуть очень долго, они будут очень сильно падать. Поэтому, если мы сейчас в это зашли, да, в это состояние, возьми деньги и иди потрать. Я же прям не знаю, куда деться от этой мысли. Мне хочется съежиться. Да. Когда купишь, напишешь мне в директ. Я сделаю еще раз прямой эфир. И ты выйдешь и всем расскажешь, что ты чувствуешь и как это происходит. Можешь снять прям сторис, как ты это покупаешь, как тебя колбасит. Короче, потом давай нам ссылки, мы будем смотреть, как тебя там выштыривало. Это трэш будет целый, экшен, я думаю. Я буду, мне кажется, и смеяться в истерике, и плакать в магазине, и сопли размазывать по витрине. Ты еще дальше будешь говорить? Ты еще будешь говорить, зашла в прямой эфир на бесплатную сессию и потратила 1500 долларов. Нахер мне это надо было? Вообще лучше с ними не связываться. А я сегодня на кардио выходила в прямом эфире только, и одна девушка мне, подписчица, пишет, говорит, я увидела вас, говорит, в прямом эфире Игоря Кима. Я говорю, да, говорю, это так классно, человек делится своей энергией, своим навыком, ковыряется в ваших заморочках бесплатно, говорю, и тут вообще, говорю, грех не посмотреть эфир. А он, оказывается, попало, да? А он, оказывается, 1500. Мне в Булгарии проценты платят просто. А вот почему вы пихаете их. Если бы вот эти дорогие украшения, там дорогое белье и эти часы мне бы давали проценты, я бы только на этом мог жить, наверное. Потому что я очень многих людей как бы подвигаю. У наших людей, у советских, очень у многих нету дозволенности себе в голове. Мы не позволяем. Да, есть такое. Себе, дорогие люди. Не только у советских. У меня есть. У меня но есть. Это, ну, это пятый этот. Не О? Советская, что ли? Что? Ты что, не советская? Ты не советская, говорю? Нет, считаю, ну как на рубеже, я 91-го года. Это, смотри, Родители тебе вбивают свои установки, пока они тебя воспитывают. А родители все равно застали Советский Союз, и социум у нас такой, постсоветский. Поэтому оно все забивается в голову, и ты не можешь с этих рамок выйти. 70 лет было не позволено ничего. Понимаешь? И они тебе это тоже забили. Это очень дорого, это не для нас, это там еще какая-то хрень. Я видел ситуацию, я всегда на тренинге рассказываю, когда бабушка вела внука в детский сад, и он просил купить там то ли конфетку, то ли игрушку, она его так развернула, наклонилась над ним и говорит: запомни, мы никогда богатыми не были и не будем. Он же может поверить. Это плохая установка. Понимаешь? И таких установок нам насували полную голову, от которых придется избавляться. А избавляться вот такими варварскими методами, извини. Покупать сервис за 1500. Ну да, это обалденно. Это обалденно. Других нету вариантов, честно тебе говорю. Тебя проштырить нереально. Ты почувствуешь, какой прилив энергии будет. Да, до сегодняшнего дня, до этого момента, которого я еще этого поступка не совершила, я заметила, что начинаются мои мозги шевелиться тогда, когда мы опускаемся, допустим, в финансовое дно какое-то, финансовую яму. То есть, когда там 200, 300, я знаю, там 400, я знаю, на ход ноги хватает, все самое необходимое мы приобретаем, все счета оплачиваем, и все. А когда ниже опускается, тогда я начинаю шевелиться. Чуть выше я могу от некоторых заказов, там, от чего-то отказаться. Ну, посмотрю, это энергозатратно, там, я не знаю, будет сейчас мне этот человек кровь пить или еще что-нибудь. Я такая говорю: до свидания. А когда ниже опускается какого-то порога, вот прям ее уже чуть ли не на мели, я с радостью, я такая с улыбкой говорю: да, конечно, я сейчас вам все сделаю, сейчас я вам все разберу, по полочкам разжую, сама все отнесу, сама все сделаю. И я, мне кажется, буду после этих сережек так все время плясать и улыбаться, и делать все дела. Вот когда серьги для тебя станут нормой и станет это нормально, покупай серьги потом за 15 000 долларов. Да. Ну да, я считаю, если взять из качественного металла какого-нибудь, действительно золото, но золото сейчас подорожало. И... Ты голову не морочи, тебе говорю, серьги за 1500 можно купить. Ничего страшного нет. Не надо. Они по-любому будут из золота. О? Они по-любому будут из золота, за 1500 будут из золотые. Поэтому иди выбирай. Окей. Хорошо. Я буду. Но все равно ночью я обдумаю, пересплю с этой мыслью. Ты можешь... Ну, классная идея, мне нравится. Здорово. Просто я уже предвкушаю это состояние. Залазь в интернет, вон, смотри. Потом, в общем, когда купишь, напиши. Или не купишь, тоже напиши. Хорошо? Окей. Окей. Спасибо вам. Благодарю за эфир. Пожалуйста. Давай, пока. Вот, я думаю, многие получили ответы на свои вопросы какие-то, потому что сегодня...